Почему после медитации слезы? Да оттаиваете вы, это ж так здорово. Когда человек оттаивает, вы знаете, там не только слезы, там по-разному. Многие люди пишут, у каждого свои моменты, у каждого свои моменты, простройки, да, жизненные. То есть человек получает энергию, тепло, свет, как на небе, чтобы здесь подарить на земле. Это же та же самая психическая энергия, которую вы получаете, повышаете свои вибрации и идете к этому. Это же так здорово. А слезы это не... Это же как... Это, Авиценна еще говорил, что все слезы это невыплаканные болезни. И слава тебе, Господи. Засыпает тут человек при медитациях. И слава тебе, Господи. Вы знаете, я поначалу тоже засыпал. И первый год, когда начинал только медитировать, у меня было по-разному. Я и спал, жена говорит, о, говорит, как ты медитировал, говорит, я слышала. Та же самая ситуация. И там первые полгода или год я вообще ничего не видел. Я даже представить не мог ничего. У меня так мозг был зашорен, что я просто даже представить не мог, что что-то еще есть. Но мне было очень интересно, я очень много читал литературы, очень много осознавал, да, шел там, ну, начинал я, такая есть техника рейки, кто, может быть, знает, удивительная техника, ну, по тем временам для меня это был вообще какой-то космос, и первый год я, в принципе, вот там, пока получил первую ступень, пошел там на вторую через год. То есть этот год я каждый день там по 3-4 раза шел в медитацию. Но мне было самому интересно, когда пишут там, что мысли остановились, там еще что-то, ну, почему они у меня не останавливаются. Да, там, ну, так это интересно было. Это же путь. То есть, поймите правильно, то, что предлагаю делать я, как стать психологом для самого себя, это один из миллиардов путей. Потому что 6 миллиардов человек, у них 6 миллиардов путей. Почему я могу сказать, что вот эти вот процессы, которые есть, они безопасны и дают возможность двинуться вперед, потому что из того огромнейшего потока за 10 лет всей информации, которую я получал, я выбрал только то, что работало для меня. Но я знаю одно, что если это работало для меня, это будет работать для вас. Это будет работать для любого человека. Потому что я точно такой же человек. Я ничем не лучше, не хуже. Почему эта вот идея Веры Леонтьевны, да, Савельичевой, стань психологом для самого себя, я к ней как-то подошел, сел, говорю, Вера Леонтьевна, это не моя идея стать психологом, ну, научить быть психологом самому себе. Это Вера Леонтьевна Савельевича, это ее, то есть, это фраза ее. Но я подошел к ней, почему я ее взял так вот на вооружение, да, и сказал, Вера Леонтьевна, мне нравится эта миссия. Мне она, правда, очень нравится. И я очень хочу показать людям, что как-то можно жить по-другому. Она говорит, ну бери, нравится, бери. И вот я взял и иду с этим флагом потихонечку в свою жизнь. Так самый главный момент, что я до сих пор иду, и каждый раз, кто обратил внимание, да, вот первые процессы, которые сейчас идут, они другие уже, то есть и энергии другие. И каждый день в медитациях, я так же, как и вы, каждый день медитирую. И утром, и вечером, и в обед, когда позволяет время. Но утром и вечером я медитирую всегда. Это уже, ну, это, я не знаю, это как зубы почистить, это как правило. Потому что все эти процессы, которые даются вам, они идут оттуда. Эта книга пришла оттуда, да, из медитации. Эти знания, осознания пришли оттуда. Да, где-то что-то мозг, там какие-то книжки, где-то что-то. И вся эта вот совокупность, консистенция так называемая всего вот этого – дает возможность идти в свою жизнь. Просто идти, жить. Осознавать знания, которые нам давали 2000 лет назад. Там, святой Иисус, да, то есть пророк, да, большой. Святой Мухаммед, да, то есть тоже пророк. Даже само слово удивительное, вот Мухаммеда, да, джихад. Все его боятся, да, такое страшное слово там. Террористы, смертники, джихад, там прочее, прочее. А джихад – это бескомпромиссная борьба с неверным внутри самого себя. Без компромиссов ты ищешь то, свои вот эти травмированные роли и осветляешь их.
Возлюби ближнего своего, как самого себя, и возрадуйся. Это же то же самое. Иисус просто сказал в одной культурной, ну, культурной среде, а Мухаммед сказал в другой культурной среде. В принципе, это одно и то же. И то, что Иисус говорил с приставкой «не», да, там «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй» и «не в пространстве» не читается, да, и он знал об этом. Он же пророк. Если вы знаете, неужели вы думаете, что он не знал? Знал. Для чего он это сказал? Чтобы человек сам осознал, что принять в себе вот эти травмированные образы, те образы, которые в социуме являются плохими, когда ты это принимаешь, ты разрешаешь себе закрыть этот опыт и больше его не проживать. Когда Марию Магдалину хотели забить камнями, он же накрыл ее и сказал, кто безгрешный, пусть первый кинет в меня камень. У каждого это есть. Человек рождается совсем включено и с хорошим, и плохим. И принимая в себе плохое, осветляя плохое, давая свет в это плохое, ты начинаешь влюбить самого себя, осознавая, что все, что происходит, есть Царствие Божие. Это так удивительно. И это и есть психология, наука о душе. О сознании еще, да? О – это объединение. Со – это душа, а знание – это знание души. Совесть, весть души. Это никак ни в коем случае не стыд. А у нас как привыкли соединять, да, совесть со стыдом. И все это происходит, вот эта вот каша, которая у нас в голове, она нам ломает наше бытие. Бытие, сознание, блаженство, сад, читананда, кто-нибудь слышал, может быть, да, то, о чем говорят индийские проповедники, там, пророки, как, ну, по-разному это их можно назвать, да, то есть неважно это слово. Поэтому прийти к самому себе, это начать просто любить самого себя со всем, что у тебя есть, со всем включено. Из негатива, негатив просветлять позитивом. Дать возможность пустить свет в свои негативные роли. И вы получите позитив в жизни. Так это просто происходит. Подскажите, прошла медитацию про деньги, там был вопрос, выпишите 10 моментов, когда вы экономили. Но я не экономила, просто не было. Средства купить, твоя, что хотела, это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Жадина, это когда у вас есть чуть-чуть, и вы боитесь, что этого вам не хватит. Ну, то есть эти деньги кончатся, и другие никогда не придут. Это жадина. Завистник, это когда Вася едет на Лексусе, а вы едете на велосипеде. Вот идти в свою жизнь, любая дорога в свою жизнь начинается с первого шага. Неважно, какой это будет шаг. Главное, что вы в своем бытие говорите, я иду. Любимый, любимая, я иду к себе. Я иду к тебе, чтобы забрать тебя в свое сердце. Я люблю тебя. Сказать себе, что я люблю тебя. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вы знаете, у меня очень много клиентов, которые даже сказать себе не могут, я люблю тебя. Там, я люблю тебя, Зина, Клава, Арина, там, Марина, неважно. Вот просто я люблю тебя. Вот даже это невозможно. Иногда у некоторых. Поэтому научитесь просто говорить себе. И эти медитации как раз дают возможность полюбить самого себя. Полюбить самого себя и начать потихонечку собирать жизненную силу для своих желаний. Просто взять себе, дать себе возможность желать. И самый главный момент, чтобы эти желания приходили в вашу жизнь. Вот, наверное, вот это вот очень важно.